Отлично. Как впечатляюще. Это все в честь прибытия смерти? Но где гости? Я никого не вижу. Во сколько вы начинаете свою таинственную вечеринку? Мне не терпится. Полночь и не ранее. Не будьте таким торопливым, вы можете пожалеть об этом. Наслаждайтесь жизнью и нами. Звучит так, как будто вы пытаетесь скрасить мои последние мгновения. Нет никого, кто пережил бы наши тайные церемонии. Раз уж вы так говорите, то мне придется. Посмотрим. Элизабет какая-то странная сегодня. Она устроила так, чтобы он остался, но ее сердце противится этому. Какая жалость. Для него. И для нее. Элизабет, ты выглядишь чем-то озабоченной. Я думаю о том, что я хочу тебя даже больше, чем до этого. Ты мой. Я не принадлежу никому, ни тебе, ни твоим таинственным подругам. Единственная причина, по которой я остался, не захотелось увидеть ваше тайное собрание. Я не верю ни в страсть Евы, ни в твои неправдоподобные слова любви. Может быть, один из нас и был искренен, но какое это имеет значение? В полночь ты увидишь, что могут сделать 7 женщин с одним мужчиной. Я устал от твоих секретов. Все твои усилия напугать меня бесполезны.